Начинаем мы с вами обзор этой виллы с крыши. Целый мешок помощи пришел. Вот такие условия здесь поступления в школу в Марокко. Ребят, всем привет! Мы начинаем свой влог с того, что мы пришли сегодня в кафе. Такое интересное кафе, сейчас мы вам покажем. Хорошо, такие мотоциклы стоят. Внизу тоже. Машина. Прикольное такое кафе. Ариана бегает. Ариана, привет! Посмотрите, ребят, какая красота. Красота. Вот, смотри, наверх. Это красота. Я хочу быть. Идем. Вот там один мопед. Идем. Maybe it's a new beginning. Maybe it's a start of where it ends. I know, I know. It comes down to all or nothing. This time it's for real, we can't pretend. You know, you know. The closing in. And I don't wanna miss a shot. Adrenaline. So give it everything that you got. Принесли мое ведро кофе. Там, Стас? Что расскажешь? Что, думаю, выбрать, что выбрать попить? По стариночке жударан. Как здесь красиво. Блин, ноги. А ну, прислонись к маме, похожи вы или нет? Мама и дочка. А теперь к папе. Или папа и дочка. Пишите в комментариях, на кого похожа Ариана. Твой вердикт. Очень вкусно. Обалденно, как вкусно. А твой? Ребята, у нас очередная распаковка от нашей бабули Иры. Пришла из Украины. Наверное, сережки. Сережки, Ариана думает. Для нас это неожиданно, сережки. Сюрприз. А, сережки она уже мне подарила. Уже подарила сережки. Ну давай быстрее открывать. Это сандалии. Ну давай, доставай. Что там? Ой. Ничего себе, сколько всего. Это колготки. Опять гуманитарная помощь. Подготовка к школе. Смотри. Поцелуйчиками. Угу. Носочки. Носочки. С киви. Нет, это не киви, а лимоны. Теплые колготки с поцелуйчиком, еще с ромбиками носочки. Mm. Еще носочки тепленькие, по-моему, здесь две пары. Смотри. Еще колготки. Еще колготки. Красные. Еще колготки. Смотри, какие. Черные с ромбиком. У меня они будут. Да, какие классные. Угу. Это штаны. Вот кофта единорожек. Кофта единорожек. Размерчик. Ну, футболка на мой размерчик, но только как платье. Класс. Очень красиво. Повернись ко мне. Это что? Это штаны.
Штаны какие классные, смотри. Штаники. С золотой вот такой вот вставочкой. В школу как раз ходить. Мама. Будешь мерить? Нет. Хорошо. Просто они мне большие. Да нормальные. Вау, какая это футболочка. Ну, покажи. Это футболочка, смотри. Под эти штаны? Да нет. Здесь сейчас так модно носить. Как так модно? Чтобы завязали и не видно пупок. Завязочка была, так модно. Круто. Внутри это ромашка, это ромашка. Ромашка, ромашка, белые кудряшки. Смотрим, синяя маечка, розовая. И еще синяя с вот таким вот. И футбол. Одинаково. И смотри, что там еще? Кофточка с рукавами. Вау, с кофточкой с Микки Маусом. Так у меня же были черные шортики, они у меня уже подошли. Уже это выросло с них. Шортики, футболочка фиолетовая. Как у тебя модная. Вот у это меня, тема. У меня будет такое же, но у тебя только голубое. Вот это тема вообще какая. Какой цвет хороший. Сейчас померим. Ариана, ты как кто? Я как пухлячок. Пухлячок беженький. Капюшончик. Вот это нам целый мешок помощи пришел из Украины. Спасибо, дедушка. Спасибо, дедушка. Бабуля. Мы пришли в ресторан, где кушать суши. Да, Ариана очень у нас любит роллы, мы пришли ее накормить. Такой вот маленький китайский ресторанчик. Да. Очень маленькое помещение, шумно. Пожалуйста. Это наши подписчики. Короче, будем кушать. Красиво очень отсюда здесь. Где мы? Вилка же есть. Вилка, не будешь кушать? В общем, не очень это похоже, на что было на картинке. Вот, ребят, принесли пасту с морепродуктами, но тут больше морепродуктов, кстати. Осьминог есть, да. Ну как? Осьминог и вообще макарон меньше, чем. Подуй. Один кораблик заказали. Как ты их называешь? Моряков. Сколько там морячков на кораблике? Моряков? Раз. В общем, не очень вкусная паста. Вкусные суши. Раз, два, три. Много подсказал. Да, намного просто морепродуктов. Все это запиваем мы колой. Healthy food. Трюшка. Все, рассчитался. Сколько получилось? 26 баксов. Короче, ребят, ну, не очень было нам вкусно. Остались мы голодные. Мне было аппетитно. Ну, ты наелась? Да.
Все, Ариана наела сама. Это нам придумала конкурс, мы не понимаем теперь, как в него играть. Давай, смотри. Объясни условия. Угу. Смотри, я хочу выбрать бабочку. Угу. Нажимаю вот здесь, ногу здесь, ручку вот здесь. Это вот здесь. И надо в голову? Да, нет, рука. А ну? Так, вот еще. Так, а я сюда хотел бы. Да нет, ты выбираешь правильный. Ой, наклоняйся. А можешь мне помочь? Наклоняйся. Ой, какой хороший конкурс. Опять мы приехали. Вообще мы ехали на пляж. Как мы здесь оказались? Поветренно и холодно. Какой пляж? Ну да, уже холодно, ветрено. Ариана там бегает. На камнях. Давай, кушай. А еще ж не принесли из основного. Поливаем анчоусы эти лимончиком. Вот это темка. Рыбу ешь. Вообще здесь очень дешево, вкусно. Да. Ну вот, например, вот этот салат Беляков стоит $4. Салат стоит $2.5. А, вот эта рыба стоит $3. Папа у нас дочку от песка обтрушивает. Прикроем. Вы голёсенькие, накупался, наигралась, да? Смотрите, какие голодные акулы. Да. Вот здесь, кстати, строится новый какой-то центр. Типа как отели или что тут будет, непонятно. Вот жилой комплекс. И вот яхточки. Очень красиво здесь сделали. Я тебе даю вот цвет. Командирша. Ого! Кто-то выпрыгивал прям. А ну, брось еще. Так хочется взять и словить хотя бы сачком. Сейчас, ребят, моя очередь кормить рыбку. Берем хлеб. Красиво здесь. Да,
сейчас, какое бы ты загадал желание у золотой рыбки? Золотой рыбки не бывает. Ну, Стас, выпрыгнула на золотая рыбка, спрашивает тебя, что такое. А ты что? Я хочу цветочек с мишинком. Видишь, как просто, цветочек с мишинком. А ты? Да. Чтобы шахтер каждую игру выигрывал? Чтобы не было войны, и чтобы все были счастливы и здоровы. Хорошее желание. А вы, ребят, напишите в комментариях. А я хочу, чтобы не всем было грустно. Тоже, чтобы не было никому грустно. Мы пошли как раз золотую рыбку ловить, а вы придумывайте желание и пишите в комментариях, мы рыбки передадим. Вау! Вы что будете смотреть? Что вы будете смотреть? Русанку? Ну, как-то dedans? А? Qu'est-ce que t'avais vu? Un papillon? T'avais vu un papillon? C'est pas la même chose. Я не могу! Иди. Сейчас попробуй упасть, и ты упадешь. Попробуй упасть. И смотри, падаешь, бум! А тем временем мы приехали на прощальную вечеринку к нашим коллегам, которые арендовали такую большую марокканскую виллу, по которой я вам сейчас и проведу экскурсию. Территория дома очень большая, около 1000 квадратных метров. Вот, ребят, начинаем мы с вами обзор этой виллы с крыши. Вот я вам сейчас покажу вид. Смотрите, елка наоборот растет.
Здесь мы, кстати, увидели первый раз такие елки. Я в детстве рисовала такие елки, и мне говорили: ты чё, таких елок не бывает. Вот, посмотрите. Марокко есть. Спускаемся на второй этаж. Вот здесь, походу, прачечная. Сушильная машина, стиральная машина. Такой марокканский узор. Плиточка. Здесь такое окошко. Вот здесь на втором этаже такой большой салон с панорамными окнами. Большое достаточно помещение. Пойдем дальше. Одна спальня. Маленькая. Второй салон. Здесь ванная комната. Ванная. Все такое в марокканском стиле. Салон марокканский. Картины, конечно же. Здесь их очень много. Идем дальше. Еще одна большая спальня. Вот такой огромный шкаф, где хранится все добро, нажитое несколько лет поколений семей. Большое зеркало. Я. Так, балкончик, на который нельзя выйти. Это, походу, крыша. Вот там мы. Вот там внизу бассейн. Вот это вот какое-то тоже помещение, которое строится. Непонятно, что это будет. Люстра вот такая большая. Так, что здесь еще есть? Пойдем вниз. Всем привет! Мы сегодня вот пришли с дня рождения, пришли с подарком, вот такой вот дракон. Ну, как вы поняли, мы были на детском дне рождения. И вот принято с дня рождения дарить деткам еще подарки. Именинник дарик. Что тебе здесь подарили? Я раскрою. Как вы поняли, тематика была динозавров. Вот такие вот наклеечки и яички дракончиков. Вот, ну а мы начинаемся готовиться к школе. В Марокко здесь не 1 сентября мы идем в школу, а 1 октября из-за ковида. Вот. Но даже и вне ковида все равно дети шли не 1 сентября, а, по-моему, 9, 5, во всех школах всегда по-разному.
Хочу вам показать книги и все материалы к школе, которые мы купили. Здесь в школах нет, ну, я не знаю, лично в нашей школе нет библиотеки, как, например, у нас, да, дома. Мы берем в библиотеке книги, либо перекупаем со вторых рук книги, как это было в моем детстве. Здесь мы купили полностью все материалы для учебного года. Обошлось нам это все $160. Сейчас я вам покажу, что там. Смотрите, какая огромная коробка. Я список отдала в магазин игрушек, и вот нам подготовили эту коробку. Сейчас посмотрим, что там. Так, бутылка воды это наша. Так. Ну, весит она 1,15 кг. Вот здесь еще чек. Смотрите, какой чек. Понятно вообще, что это такое здесь написано. Они могли на бум вообще что угодно пробить. В общем, сейчас мы все это достанем и покажем вам. Сначала маленькие яички тают, набирается. Вот мы положили их в воду. Вот, я одно яичко уже потаяло, и оно держится. Вот и так. Сейчас вылупится дракончик оттуда. Ну все, оставляем их. И дальше продолжаем заниматься нашей распаковкой. Ой, так. Мама, смотри, какие ножницы. Так, ну вот, в общем, весь набор. А ножницы закрыты? Ножницы, карандаши, ручки, губка, фломастеры, маркеры, мелки, вот губка, бумага, вот такие вот, цветная бумага и картон, вот. Все тетради рабочие, в которых они будут заниматься. К этим тетрадям обложки. И точилка. Точилка. А вот это вот книги. Вот это вот по арабскому языку. Вот это вот французский. Вообще у них обучение будет проходить на французском языке. И будут дополнительно классы арабского языка. Английского и, по-моему, испанского. Сколько стоит? Не знаю, сколько стоит. Вот это вот какая-то тоже большая. Вот это для чего? Чтобы писать на ней. Да, вот это вот, чтобы писать на ней. Это мое. Это клей. Это тоже мое. Вот и все. Вот это вот все нам обошлось. $160. Будем заниматься, Ариана. Чтобы была самая умная в классе, хорошо? Договорились, не обещаешь мне быть самой умной в школе? Да. Все. В общем, вот весь набор школьный мы подготовили. Несколько вещей, какие-то по мелочи нужно будет еще докупить. Рюкзачок, какие-то вещи. Школьной формы в нашей школе нет. Наша школа новая, она будет работать в этом году первый год. $170 в месец. $250 стоит запись для того, чтобы взяли ребенка в школу. Не знаю, это на ежегодно нужно будет платить за запись, но посмотрим. Вот. Внести нужно сразу же оплату за 4 месяца. Готовиться к школе, скупиться, оплатить полностью обучение и запись. Больше, около 10 тысяч дирам, это где-то $1000 нам обошлось. Вот такие условия здесь поступления в школу в Марокко. Поделитесь своим опытом, если ваши дети в этом году тоже пошли в первый класс, как это было для вас, какие школы в вашей стране и в вашем городе, нам будет очень интересно почитать. Оставайтесь с нами, увидимся в следующем видео, очень скоро, пока! Показывай, кто там живет. А? Маленький дракончик. Маленький дракончик, покажи. Он только с роду. Только с родов, да. Роды прошли успешно, а этот? Да нет. Еще нет? Ну, подождем. Ну, поздравляю вас, мать, с питомцем. Да нет, я не мой. Не